Приветствую вас на канале Red Cat Roblox. Сегодня играю в Adopt Me, потому что вышло крутое обновление, и сейчас мы его посмотрим. И перед тем, как перейти к новому дому, который появился в инвентаре, я вам хочу показать свой дом, который я вам уже показывал месяц назад, но это было на моем основном канале Red Cat. На этом канале я его еще не показывал, поэтому сейчас фрагментально покажу и здесь. Итак, ребята, у меня дом был с лифтиком, который отвозил меня в мой небоскреб. Да, ребята, это были апартаменты. Действительно, у меня был, смотрите, огромный дом я построил. Это было, повторюсь, месяц назад, где была куча комнат. Я назвал его небоскребом. И некоторые комнаты я застроил, некоторые я предоставил моим друзьям-ютуберам, которые смогут здесь, соответственно, на свой вкус, на свой выбор расставить мебель, сделать ремонт, ну и, собственно, жить, если захотят, можно так сказать. И вот, ребята, вышло новое обновление. И как вы думаете, что было в новом обновлении? Апартаменты. Мне, конечно, очень бы польстило, что я как бы дал такую идею разработчикам этой игры сделать небоскреб, сделать многоэтажку в виде апартаментов, но, возможно, это просто совпало. В любом случае, мне приятно, что за месяц до появления апартаментов в игре я эту идею уже реализовал. Я бы сказал, у меня даже немножко круче, потому что у меня есть лифт, а у них просто ступеньки. Так, ну что? В принципе, тут пока ничего не готово. Red Kitty так и не застроила свои апартаменты. Женяша, Барсоня, Rob Mix, папа и дочки тоже пока оставляют свои двухэтажные комнаты пустыми. К сожалению, очень много всегда у ютуберов дел, видео, поэтому нам никак не удается сделать тут ремонт. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Надеюсь, все же мы как-нибудь найдем время и сможем заполнить мой много, скажем так, этажный дом. Кстати, у меня намного больше этажей, чем в апартаментах в Adopt Me. Стоит этот домик 8000. Это, ребята, самый дорогой сейчас дом в игре. И я для вас его сейчас покупаю, чтобы мы вместе с вами его посмотрели. Ну что ж, ребята, тут даже есть гараж на две машины, хотя 6 этажей, я думаю, что маловато, наверное, будет. Вау, ничего себе домина! Здоровый такой, слушайте, столько денег тут надо на ремонт потратить. Тут действительно нужно всем дружненько скидываться. Ух ты, тут еще в подвале, так сказать, в минус первом этаже есть огромный бассейн, как в доме миллионера. Я вообще хочу сказать, что это, скажем так, такая себе версия дома миллионера, но за деньги в Adopt Me. Потому что он довольно-таки большой, я так понимаю, тут огромное количество комнат. 22 комнаты было написано, что в этом доме. Ну что ж, давайте заходим на каждый этаж и смотрим, что здесь есть. Так, ну что ж, высокие довольно-таки потолки. Это как минус, как так и плюс, может быть. Ух ты, новая кровать, смотрите, ребята. Двухэтажная кровать. Ее не было. Это после обновления ее добавили. Прикольная, слушайте, класс. Обалдеть. Я знаю, что многие из вас делали двухэтажную кровать, но теперь она уже есть в готовом виде. Так что не придется ее мастерить. Кстати, здесь, смотрите, современная дверь стоит, стеклянная, как я люблю. Обычно просто самые дешевые, так сказать, ставят. А здесь даже поставили более дорогую дверь. Интересно. Ладно, идем в следующую комнату. Так, что у нас здесь? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Здесь у нас тоже разные комнатки. Прикольно. Ну, что я вам хочу сказать. Сразу же первая мысль, что же здесь построить. Конечно же, отель. То есть я знаю, что многие делают отели. Вот это, наверное, самая-самая подходящая постройка для отеля. Потому что есть огромное количество комнаток. В каждой можно сделать какую-то интересную, специфическую тематику. Можно, если вы любите ютуберов, сделать в каждой комнатке что-то тематическое для вашего любимого ютубера, к примеру, да? Как вам такая идея? Я думаю, что 6 этажей, как раз 6 ютуберов и поместится. Так, а это что за паркурчик из хлеба? Проходим небольшое обе. Hits, hits. Тут еще на каждом этаже есть балкончик, но, в принципе, мне как-то не сильно интересно, что там
Это видно и так, когда вы выйдете за пределы дома, что находится на балкончиках. Так, ну что, в принципе, довольно-таки интересный дом. Это, кстати, последняя комната, и она, судя по всему, будет у нас... Точнее, это не комната, это, наверное, квартира. Будет правильнее сказать квартира. Тут у нас телевизор такой, стенка целая, прикольная, слушайте. И диванчик симпатичный. Ну, давайте посмотрим вот эту комнатку. Ого, ну тут, смотрите, тут огромная квартира. Давайте считать. Раз, два, три, четыре. Неплохо. Так, еще здесь есть. Пять. Шесть. Шесть комнат, и кто-то очень странно установил унитаз. Обалдеть, шестикомнатная квартира. И, кстати, тут еще одна, видите, такая тоже интересная кровать. Это все мы с вами тоже посмотрим. Я все вам покажу, все новые вещи, которые появились. Давайте еще раз посчитаем. Так, это первый этаж, я так понимаю. Будем по входам считать второй, третий, четвертый, пятый. Ну, это типа шестой, и это типа минус один. По сути, ребята, 7 этажей. Ну что ж, а сейчас я отправляю свой дом, в котором я собрал абсолютно весь инвентарь, который есть в игре. То есть купил абсолютно все, что вы можете купить для вашего дома. Тут есть абсолютно все предметы. И сейчас, ребята, мы посмотрим, что новенького добавили. Потому что добавили довольно-таки много разных вещей. Сейчас я все вам покажу. Так, двери все мне пооткрывали. Ох уж эти покупатели. Вечно тут бегают. Все мне тут портит. Так, ну что, ребята, здесь у меня на 4 этаже, видите, был coming soon, и вот этот coming soon уже пришел. Сейчас, ребята, я расставляю новую мебель, и меня поразила душевая. Смотрите, какая она просто огромезная. Здоровенная такая будка. Вообще ужас просто, сколько она места занимает. Капец. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребята, я закончил свой новый магазин, так сказать. Здесь вот, ребята, еще есть блоки для строительства. Это просто мега круто. И Modern and Sleek. Вот так вот называется мой магазинчик. И здесь я собрал все, что добавили нового. Унитаз, телевизор, столы, два холодильника. И даже есть новая кормежка для питомца. Также мне нравится очень вот эта кровать, которая рядом с... со мной стоит, у нее, видите, снизу еще подсветка, прям вообще крутецкая выглядит. Отличные стильные холодильники, классная стенка с телевизором, ну и кровати, диванчики тоже стильные. Стол очень мне понравился, лампа очень красивая. Короче, ребята, все вещи добротно выглядят и, конечно же, очень стильные. Ну а впечатлила душевая кабинка, которая просто огромезная. Сейчас, ребята, мне еще нужно это все отсортировать, потому что в моем магазине я еще их сортирую. Теперь нужно в каждую категорию все занести. Я уже все распределил, лампы, душевые, стулья и так далее. Сейчас осталась еще одна категория, называется кровати. Дело в том, что помимо тех двух категорий Modern and Sleek, еще добавили много кроватей. Сейчас я скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть новых кроватей помимо категории Modern and Sleek. Там было в каждой по одной кровати, и помимо их еще, я смотрю, добавилось целых 6 кроватей. Почему-то решили именно нам много добавить кроватей. Видно, считают, что их недостаточно. Одна двухэтажная, вторая вот такая симпатичная с надстроечкой, ну и, в принципе, обычные остальные кровати. Вот такое вот масштабненькое обновление. Нам добавили новый дом, апартаменты, нам добавили много кровати, добавили еще две комнатки с стилистикой. Ну и, собственно, еще добавили блоки для строительства. Я думаю, что блоки — это вообще очень прикольно. Ну и думаю, что, ребята, в одном из следующих видео я вам покажу свою новую постройку. Я ее делал, наверное, неделю. Надеюсь, она вам очень понравится. Там есть некоторые интересные фишки, где еще вы их не видели. Я это все строил до обновления, поэтому, возможно, это все будет не так красиво, потому что я смотрю, что некоторые формы очень бы пригодились мне в моем строительстве. Но ладно, раз уж построил до обновления, покажу вам то, что построил.
Не знаю, когда именно я это сделаю, но думаю, что на следующей неделе вы точно увидите новый дом. Надеюсь, очень надеюсь, что он вам понравится. Ну а сейчас, ребят, я заканчиваю, в принципе, расставлять новые кровати, новую мебель, которую добавили в игру. И теперь в моем магазинчике опять будет полный ассортимент из всего инвентаря в игре. Ну что ж, ребята, это пока все, что я хотел вам рассказать. Обязательно подпишитесь на канал Red Cat и канал Red Cat Roblox. Ну а с вами, я надеюсь, увидеться в новых видео. Всем пока!